К другим темам. 2 года тюрьмы за небрежное хранение оружия. Госдума установила дополнительные запреты и ограничения, ужесточающие правила использования огнестрельных средств. К примеру, иметь ружье теперь можно только с 21 года. Правда, в том случае, если человек не служил в армии. Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения имеют граждане Российской Федерации с 21 года. А также запрещено ношение гражданского огнестрельного оружия на территории образовательных организаций, а также ношение этого оружия на территории организаций, которые предоставляют досуг в ночное время и где происходит реализация алкогольной продукции, за исключением лиц, которые осуществляют охрану данных заведений. Ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения влечет штрафы в размере от 2 до 5 тысяч рублей с последующей конфискацией вместе с боеприпасами. В ряде случаев также могут лишить права на последующее приобретение и хранение сроком до 2 лет. За использование оружия другим лицом, повлекшим смерть человека или тяжкие последствия, ответственность будет нести и его владелец. В таком случае хозяину грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком на 1 год.